Итак, мы открываем школу Симпсонов, маленьком искателе. Сегодня будет школа Симпсонов. Как всегда, очень много предметов. Так, как всегда, придут 8 учеников, которые будут искать по 6 предметов. 6? Ладно. Не, 5, я шучу. Еще одна такая шутка, и действительно будет 6 предметов. Итак, мы открываем школу. А, нет, худший же получит, телефонную будку. Пойдет звонить маме, рассказывать, какой он плохой мальчик или девочка. А лучший получит сюрприз. Значит, лучшего и худшего получит Маркус. Да, да, Маркус будет определять. Ну что, поехали. Брат. Ого, привет, братишка. Ну, начинаем. Лиса, дядя Шнюк и Шер. Девочка идет спать, играли карты. Поиграй со мной. Ну давай. Лиса. Лизу надо найти. Вот он, лиса. Дядя Шнюк и Шер. Вот это красота получилась. Это Карни Корнеич, это вот я перепутал с Карни Корнеичем. Ну, брат, Маркус все видит. Девочка идет спать. Так. О, девочка. Так, что она будет делать у нас? Ох, спать захотела девочка. Все. Храпит она! Посмотри, что дальше. Слышишь, она храпит! Посмотри, что дальше. Ну все, она спит. О, перевернулась. Что это было? Перевернулась. Что это было? Во сне перевернулась девочка. Игральные карты. Вот. Игральные карты. Guess who? И поиграй со мной. Я в куклы не играю вообще-то. Ладно, молодец, Бальтазарчик. Так, ждем решения Маркуса. Гвен. Так, ну, как там было? Total Drama, что нового? Все тихо. Все тихо? Ну, пока там тихо, вот тебе. Оставленный багаж, красная лампа, грузовик. Давай мультики посмотрим. Корней Корнеич два раза. Оставленный багаж. Вот он. Видеокассета, оставленный багаж. Красная лампа. Ну, где красная лампа? Вот он, красная лампа. Грузовик. Грузовик. Ну, где у нас? Вот он, грузовик. Лего-грузовик. Давай мультики посмотрим. Потом, после урока. Корней Корнеич два раза. Ясно. Ладно. Ты справился с заданиями, Гвен. Гвен! Иди ожидай решения Маркуса. Так. Марио! Когда ты наконец вылезешь из этой трубы? Чувствуя Миннесоту. Мерри Крисмас. Вот это здорово. Два купола. Кузнечик Кузя два раза. Чувствуя Миннесоту. Вот он. Видеокассета, да? Мерри Крисмас. Вот он. Мерри Крисмас. Вот это здорово.
Тебе тоже Рождество нравится? Да. А Маркусу нравится? Не очень. Почему? А, я шучу, мне нравилось. Два купола. Первый купол. Вот он. Кто под куполом? Медведь. Ну, где второй купол? Вот он. Где? И что там под купол? Блаженного. Ага. Замок. И кузнечик Кузя два раза. Ладно, Марио, ты тоже справился с заданиями. Так, ждем решения Маркуса. Так, следующий кто? Пеппа Пиг. Пеппа Пиг. В школе Симпсонов надо петь только музыку из фильма и мультика Симпсоны, ясно? Да. Лягушка-путешественница, Упсень и Пупсень, два раза. Ну погоди, девочка моет руки, ладно, ладно. Лягушка-путешественница, вот он. О, лягушка-путешественница. Упсень и Пупсень, два раза. Мне такие клубы, чтоб с малышней играть. Траву мы лучше будем есть, чтоб барышам не дать. Лунтик, привет, куда идешь? Ну погоди, вот он. Ну, заяц, погоди. Девочка моет руки. О, опять девочка. Ну, посмотрим, как девочка моет руки. Вот она пошла. Мыть руки. Ну, так. Еще раз. Я не нажимал X-баттон. Так, что она делает? Нажимаем. О, хорошо, помыла руки. Так. Ладно, ладно. Все? Все? Ну, быстро, Пеппа, ты справилась с заданием. Тихо не шуметь во время урока. Миньон. Сейчас Галера позову. Миньон. На тебе задание. И не шуми. Маша два раза. Патрон Нерв, квадроцикл, белая ворона, музыкальная шкатулка. Маша два раза. Первая Маша. Второй Маша. Вторая Маша. Вот он. Две Маши. Патрон Нерв, вот он. Патрон Нерв. Квадроцикл, вот он. Белая ворона, вот он. Ага, видеокассета. Воблин сходил за хлебушком. Музыкальная шкатулка, вот. Вот он. Какая красивая шкатулочка. Ура, бесимся! Пеппа Пиг! Спизон! Ура, ура, круто! Вставай, Марк Симпсон! А, что тут? Что тут? А? Кто мне на голову сел? Ау! Ау! Что тут происходит? Посмотри, все ученики. А, ужас, что ты натворил? А ну-ка все по местам. Ну, миньон. Надеюсь, Маркус видел это безобразие. О. Фу. Тигра. Надеюсь, ты не будешь безобразничать. Вид сверху лучше. Дим-димыч, фиджет-куб, бронзовая статуя, колокольчик. Вид сверху лучше. Вот он. Ох, кассета, вид сверху лучше. Дим-димыч. Вот он.
Фиджет куб. Фиджет куб. Не погожу. Бронзовая статуя. Вот он. Колокольчик. Вот он. Перемена. Ура! Ура! Куда вы? Куда вы? Куда вы? Сейчас Барта позову. Быстро он вас построит. И Фландерса позову. И Гомера. Урок не окончился еще. Так, следующий ученик. Вампир. Вампир. Ну, посмотрим, что у тебя за задание. Шрек. Чего хотят девушки? Куб с городами Латвии. Кашу. Кашу. Баба Капа. Шрек. Вот он. Шрек. О, есть. Чего хотят девушки? Тут женщины. Ты, Марч, ты что, глухая? А вы еще ученики, вам рано еще думать про женщин. Думайте про девочек лучше. Куб с городами Латвии. Куб с городами Латвии. Кашу. Ну что, баба Капа даст кашу? Баба Капа. Каша будет на завтрак. Сначала зарядка раз, потом завтрак. Не хочу зарядку, хочу сразу кашу. Сначала зарядка. Ладно. Вампир, ты тоже справился с заданиями. Так, у нас остался последний ученик, и это... Спанч Боб. Кто лежит на дне океана? Марч Симпсон, квадратные штаны. Ты что сказал учителю? Ёлочка, 4 штуки. Лов, песенка Унтика, камуфляж, Стармастер. Ёлочка, 4 штуки. Ну, где тут у нас ёлочки? Первая ёлочка. Одна ёлочка. Хо-хо-хо-хо. Джингл бел, джингл бел, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Хо, хо-хо-хо, хо-хо-хо, е. Все, выключайся, Хватит, вы срываете урок. Джингл белс, джингл белс. Все, я обиделась, я уезжаю. Я не уезжаю. Почему вы не слушаете учителя? Вторая елочка, вот он. Вторая. Третья внизу. Третья. Четвертая. Ой, красавица елка, четвертая, вау. Четыре елки. Вот он, вау. Это что? Это фонарик, круто. Песенка Унтика. Камуфляж. Вот он. Видеокассета камуфляж. Уэсли Ньюсон. Стармастер, вот он. Я не покажу сейчас. Стармастер. Ладно, Спанч Боб. Итак, Маркус, кто из этих жуликов сегодня был худшим? Дай телефонную будку, Барт. Пожалуйста. Худший был. Вампир и Спанч Боб. Почему мы? Вон отсюда из класса. Вы уволены. Почему мы? Вы уволены. Мы же нашли все предметы. Нечестно это. Лучший был брат. Я лучший, братишка. Давайте мне сюрприз. Сюрприз будет сейчас. Достанем тебе.
Все видеокассеты. Вау, 6 видеокассет. Круто. Вау, ну я буду до утра смотреть эти фильмы. Ой, спасибо. Так, ну все, закрываем школу. Следующий буду я, Гвеном из Total Drama. Следующая будет школа «Маленький истыкатель», «Отчаянные герои», «Total Drama». Мировое турне. Пока.